Открытие 18-го фестиваля, почетные граждане Санкт-Петербурга. Это будет под патронатом губернатора Санкт-Петербурга при поддержке правительства и законодательного собрания нашего города. Сегодня в этом зале присутствуют почетные граждане Санкт-Петербурга, и мы их приветствуем. Герой России, доктор технических наук, профессор Владимир Леонидович Александров. Доктор экономических наук, профессор академик РАН Владимир Валентинович Агрипилов. Академии транспорта России Вадим Николаевич Александров. Художественный руководитель, главный дирижер капеллы Санкт-Петербурга. Народный артист СССР Владислав Чернушенко. Не было слова «открытие». А
потом, как только все свершилось, их стали открывать. Из этого и, собственно говоря, возникла наука. Но легко было быть первооткрывателем в 18-19 веке, и крайне тяжело быть первооткрывателем уже в расшифрованном мире, в 20 веке, особенно его второй половине. Жорес Иванович был уникальным человеком. У него был вот этот удивительный дар выступать первооткрывателем, толкаться на пространство терра-инкогнито и раскрывать для нас этот мир. Для нас Жорес Иванович почетный гражданин. Это звание навечно. Пока существует Петербург. Почетные граждане – это удивительные люди, наши современники, которые уже при жизни вписывают своими делами свою жизнь, свершение в историю города. Вчера мы открыли мемориальную доску на том доме, где Жорес Иванович жил последние годы. В городе сад назвал именем Жореса Ивановича, между проспектом Науки и улицей Верности. Вот в этом отношении даже вот это событие, оно символично. Мы учредили и премию великим ученым, предыдающимся ученым, и стипендии для тех, кто только начинает свой путь по науке, по учебе, в профессиональном направлении. У нас есть университет, который носит имя Жореса Ивановича, есть его удивительный лицей, где самые талантливые дети и Петербурга, и, наверное, страны собраны вместе, чтобы такие сложные научные дисциплины, математику, физику, то, что требует упорства и постоянного совершенствования. Сегодня открытие фестиваля, прекрасный концерт, торжественно и строго в зале капеллу. Я знаю, что в зале есть большое количество коллег, учеников, тех, кто работал с Жоресом Ивановичем не только на научном поприще, но и на общественном. Я надеюсь, что это будет и музыкальным событием, и поводом одновременно вспомнить Жореса Ивановича, что он значит в жизни нашего города, что он в нашей жизни каждого из нас. Я еще раз вас приветствую. Считаю, что это достойное и лучшее открытие 18-го фестиваля. Мы ориентированы на то, чтобы поддерживать всячески наших почетных граждан, потому что они сделали в этой жизни уже многое или почти все, что можно сделать для нашего города. А наша задача – помнить наших почетных граждан, отдавать им выражать им свою благодарность и всячески поддерживать, ну и фестиваль. В данном случае, даже с памятью Жореса Ивановича, надеюсь, что у нас сегодня будет замечательный общий вечер. Спасибо. Государственная Дума Российской Федерации, заместитель председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, кандидат исторических наук Дмитрий Георгиевич Новиков. Дорогие друзья, уважаемая Тамара Георгиевна, уважаемые товарищи, сегодня к присутствующим особенно хочется обратиться этими словами. Уважаемые товарищи, потому что собравший нас здесь сегодня Жорес Иванович Алферов, это слово, гордое слово «товарищ», очень любил и очень ценил. Есть люди, масштаб личности которых в полной мере осознается спустя время, после того, как они уходят в вечность. Но есть и те, чей масштаб личности начинает ощущаться, становится осязаем уже тогда, когда они находятся с нами. И мне очень повезло, что в течение 10 лет своей жизни я мог вместе с Жоресом Ивановичем Алферовым работать в стенах Государственной Думы.
И мне вдвойне повезло, потому что мы не просто были оба депутатами, мы работали вместе в составе фракции Коммунистической партии Российской Федерации, фракции, которая очень настойчиво, очень твердо и последовательно всегда отстаивала интересы науки и образования. Именно поэтому Жорж Иванович Алферов был с нами и активно участвовал в нашей работе. Это был его сознательный, принципиальный выбор. Я хорошо помню, как 2 года назад мы готовились к международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Карла Маркса. Она собрала большой круг участников, начиная от Вьетнама, Китая на востоке и заканчивая Кубой, Южноафриканской республикой. И когда Геннадий Андреевич Зюганов предложил Жорж Ивановичу выступить на этой конференции, он не только с удовольствием принял это приглашение, но и с большой благодарностью. У него был один из лучших докладов. Я считаю, что мне повезло втройне, потому что, кроме всего прочего, в прошлом созыве Государственной Думы мы работали в одном комитете, комитете по науке и наукоемким технологиям. Жорж Иванович был очень востребованной личностью, он часто отлучался из Москвы, он любил приезжать сюда, в город на Неве, в свой университет, он любил посещать любимую им Белоруссию, он участвовал во многих международных симпозиумах, и нередко, когда это совпадало с проведением заседаний нашего комитета, я по доверенности Жорж Ивановича голосовал за него, участвовал в принятии решений. Так случилось, что за всю историю Государственной Думы, ну как минимум последних 15 лет, впервые в прошлом созыве нашелся комитет, который проголосовал против законопроекта, внесенного правительством Российской Федерации, и рекомендовал всей Государственной Думе его не поддерживать. Это был проект закона о реформировании Российской Академии Наук. И очень важно, важную роль в этом решении сыграл Жорж Иванович Алферов и другие мои товарищи. Членом этого же комитета был Геннадий Андреевич Зюганов и доктор политических наук Сергей Иванович Васильцов, да и председатель комитета Валерий Александрович Черешнев, сам академик Российской Академии Наук, занимал достаточно твердую позицию. Мы не поддержали этот проект, и мы вместе с Жорж Ивановичем сделали очень многое для того, чтобы так называемое реформирование РАН было реализовано не в самом худшем виде и не в самом страшном сценарии. Жорж Иванович, конечно, остается вместе с нами. В четверг на прошлой неделе во фракции КПРФ в Государственной Думе мы принимали 10 выдающихся современных российских ученых, академиков Российской Академии Наук. Это была специальная встреча, которая посвящена была Жорж Ивановичу. Все, без исключения, выступили. Сказали очень важные, очень проникновенные слова своим товарищам, другим, коллегам. И, может быть, самая главная идея, которая была высказана, это было сожаление о том, что тогда, когда Академия наук не так уж давно принимала решение о новом президенте Российской Академии наук, не удалось избрать на этот пост Жорж Ивановича Алферова. Это было единственное сожаление, высказанное на той встрече. Все остальное – это самые добрые слова людей, которые, я надеюсь, оставят не только устные, но и письменные воспоминания. Как историку, мне кажется, очень важно, чтобы такие вещи оставались зафиксированными для будущих поколений. Я желаю, чтобы наш сегодняшний вечер был вечером памяти и помог нам нести дальше память о великом человеке, о великом гражданине, о человеке, который каждый из нас может считать своим земляком. Спасибо вам за эту память. Дорогая Тамара Георгиевна, дорогие друзья, коллеги, для меня Жорж Иванович навсегда останется старшим товарищем, учителем, другом. Мне в наших рабочих и дружеских отношениях лучше всего вспоминается его неуемная энергия, строгая требовательность,
и безграничное обаяние. Он мог быть душой в любой компании, где бы он ни находился. И так он и остался в душе наших друзей и всех товарищей. Борис Иванович жил и работал в Петербурге. Он очень любил этот город. Он не считал просто местом пребывания и местом работы. И он любил по-настоящему город и очень много сделал для его развития. И в 2001 году решением законодательного собрания Санкт-Петербурга Нобелевскому лауреату, академику Российской академии наук Жорес Ивановичу Анцерову было присвоено звание почетный гражданин Санкт-Петербурга. Жорес Иванович никогда не замыкался только в своих профессиональных интересах. Он обладал талантом уметь дружить, сотрудничать с такими же творческими, талантливыми людьми. Он дружил с почетными гражданами, композитором Андреем Петровым, писателем Даниилом Гралем, артистом Кириллом Ровровым и другими. К нему на юбилей приезжали композитор Пахмутова, поэт Добронравов, артисты Лановой и Кобзон. И я помню, как Жорес Иванович на одном из концертов блестяще прочитал стихи любимого поэта Маяковского о советском паспорте, на что Василий Воробьев сказал: «Наверное, я бы так не смог прочитать». А он очень талантливый у нас артист. Очень любил Жорес Иванович академическую компанию. Почетный гражданин Санкт-Петербурга, художественный руководитель и главный дирижер компании. Владислав Чернушенко тоже его друг. И я благодарен очень Владиславу Александровичу, что сегодня его коллектив в честь 90-летнего юбилея дает этот концерт. Мы все любим Жореса Ивановича, мы любим его семью. Особые слова благодарности Тамаре Георгиевне. Мы всегда будем помнить о вас. Жорес Иванович всегда останется в нашей памяти. И мы гордимся тем, что могли работать и находиться рядом с этим великим человеком. Спасибо. Нашу концертную программу мы откроем любимым стихотворением Жореса Ивановича. Любимым стихотворением великого Маяковского. Стихи о советском паспорте. Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нет, к любым чертям с матерями катись любая бумажка. Но эту по длинному фронту купе и кают чинов учтил, движется, встают паспорта, и я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка лута, другим отношение плен. С почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским левой. Глаза доброго дядьмы и не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые. Паспорт американца. На польский глядят, как в афишу казак. На польский выгаливают глаза в тугой полицейской слоновости. Откуда, мол, и что это за географические новости? И не повернув головы качан, и чувств никаких не изведав, берут, не моргнув, паспорта датчан и разных прочих шведов. Но вдруг, как будто ожогом рот, скривил господин. Это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину. Вперед, как бомбу!
чижа, как бритву обоюдоострую, берет, как гремучую 20 жал, змею 2-метрового роста. Моргнул многозначно, глаз насличный, хоть вещи снесет, задаром вам жандармы. Вопросительно смотрит на сыщика, сыщик на жандарма. С каким наслаждением жандармской каской я был бы из слез там и раска. За то, что в руках у меня молоткасты, сербасты, советский паспорт. Я волком бы выиграл с бюрократизмом. К мандатам почтения нет. Любым чертям с материями катись. Любая бумажка. Но эту я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте! Завидуйте! Я гражданин Советского Союза! Наша Россия. И
эти подвижники, сыны и дочери Отечества, не просто сохраняются в памяти народа, они продолжают не просто быть с нами, а помогать нам в сегодняшней жизни. И в этой бессмертной шеренге подвижников земли нашей в одном ряду с Александром Невским, с Сергием Радонежским, с Михаилом Ломоносовым, с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, с Пушкиным, с Достоевским и нашими современниками Георгий Жуков, Михаил Никушин, Георгий Свирин. В этой шеренге, в этом ряду заступил на свое место Жорес Алферов. И подобно им встал на свою бессрочную вахту служение Родине. Программа концерта строилась из того, чем дорожил и любил Жорес Иванович. Песни военных лет, песни советских композиторов, народные песни. Все то, что являлось сутью душевного строя нашего народа. И не случайно прозвучали стихи удивительные Маяковского. И не случайно концерт закончится так же, словами Маяковского, которые в полной мере дают живой образ Алферова. Светить всегда, светить везде, до дней последних гонца. Светить и никаких гвоздей под лозунг. Мой и солнце. Вот с этим мы и начнем наш концерт и постараемся, чтобы он доставил несколько минут, ну, какой-то духоподъемный, может быть, радости. И есть убеждение, незримо сегодня здесь Жорес Иванович с нами, и он будет слышать нас. Браво! Thank you.
Дедушка. Это вблизи Сталинграда, село, где родился Жерар Иванович. И это же село оказалось таким же драгоценным для Бахмута. И вот родилась эта песня, которую каждый раз Жерар Иванович просил обязательно исполнить. Thank you.
пришла.